копируем ноги. Правая нога делит левую ножку пополам. Руки, чтобы нам не мешали, вот такие пальчики. Большой палец в сторону, четыре маленьких вместе. И пока мы вот сюда их ставим на пояс. Четыре пальца смотрят вперед, пятый палец назад. Но здесь руки у нас будут не всегда, мы их ставим, чтобы они нам сейчас, пока не мешали, выучить движение ног. С правой ноги в правую сторону шаг. И наступаем на правую ножку. Освобождаем левую ножку от веса, поднимите ее от пола. Она может оторваться от пола? Так, теперь левую ножку заводим назад и устойчиво ставим на пальчики, чтобы пяточка у вас была наверху. Получилось? Вот здесь вот прощупайте пол ножкой. Потом мы это будем делать быстро. Сейчас пока учим все подробно. Получилось наступить? Да. И теперь небольшое приседание. Плие вниз и вверх. Вот здесь у нас вес на двух ногах. Теперь с левой ноги шаг влево. Шагнули небольшой шаг. Вес переносим на левую ножку, наступите на левую ножку, а правую освободите от веса. Чуть-чуть поднимите ее от пола. Есть? Теперь заводим ее назад. Вот здесь вот устойчиво на пальчике ищем пол, встаем. Если мы поставим неустойчиво на носочек, то мы можем вот так упасть. Здесь мы обязательно ставим, вот находим пол, ставим. И только потом делаем плие. Вниз приседание, вниз, вверх. Ну, это не понятно? Да. Давайте попробуем. Так, животики сразу в себя, спинки прямые, подбородок, как у королевы. Вот, отлично, руки. Руки, чтобы нам не мешали, не отвлекали, пока на поясе. Когда мы учим движение ног, руки у нас всегда на поясе. Приготовились. В правую сторону шаг. Сразу переносим вес тела. Левая назад. Вниз. Вверх. С левой ноги влево. Шаг. Правая назад. Вниз. Вверх. Так, теперь я хочу посмотреть на вас. Я буду делать зеркально, в какую сторону я иду, в такую и вы. Зеркально, это значит, если я шагаю сюда, значит, мы все вместе сюда. Если я шагаю сюда, мы все вместе сюда. Хорошо? Зеркально. Я вот с этой стороны немножко. Ага. Приготовились. Ваше право. И раз, два, немножко сзади, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Замечательно. Отлично. Давайте еще два раза повторим. И перейдем к рукам. Приготовились. Чтобы у тебя спина как будто здесь. Так, животики в себя. Грудь вперед, подбородок выше. Так, плечи чуть-чуть опустить. Вот. Приготовились. Справа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Замечательно, отлично. Теперь учим только руки. Стоим на месте. Когда мы учим движение рук, мы стоим вот в такой позиции ног. Вместе ножки, чтобы нас ноги не отвлекали и не мешали. Руки вниз. Правую руку приготовили. Чуть-чуть ее в сторону. Рисуем круг правой рукой. Опускаем. Еще раз. Просто круг. И опускаем. Траектория понятна, да, как рука идет? Теперь немножечко усложняем. Смотрите, ладошка вниз. У всех ладошка вниз? Ага. Ладошка вниз. Доходит у нас вот до уровня плеча. Ладошка у нас в потолок смотрит. Получилось? А теперь переворачиваем ладошку в пол и точно так же завершаем круг. Еще раз. Правая рука рисует.
круг. Переворачиваем ладошку в пол и завершаем круг. Зеркаль вместе со мной. Все то же самое, только я стою вам лицом. Пошла правая рука, рисуем круг. Переворачиваем и продолжаем. Давайте еще раз. Круг. Переворачиваем и продолжаем. То же самое левая рука. Где у нас левая рука? Жаба. Приготовились. Давайте сразу переворачиваем и продолжаем. Еще раз левая рука пошла ладошкой в пол сначала. Переходим до уровня плеча, вот прямая линия получилась. Переворачиваем ладошкой в пол и продолжаем. Зеркальный стану. До уровня плеча переворачиваем и продолжаем. Сами без меня, я ничего не делаю, вы сами. Давайте сначала правая, потом левая рука. Правая рука пошла. И раз, два, три, четыре. Счет, давайте сейчас определимся со счетом. Раз, два, три. Сейчас ногами. Раз, два, три. Значит, раз, два, три. Сейчас помедленно возьмем, чтобы не так быстро. И раз, два. На три переворачиваем, на четыре завершаем. Давайте. И раз, два, три переворот, на четыре завершаем.